Сегодня, короче, будет непростой ролик. Короче, новая тема. Не тема, а рубрика. Новая рубрика — это устраивать бои в армии. Короче, сегодня ЧСО против повстанцев. ЧСО, что оно имеет? Оно имеет Ми-24Д. Четыре роты солдат. Ну, вроде бы это роты. Вот тут еще стрелков два. Я почему поставил, не знаю. И вот здесь роты тоже врагов есть. Точнее, мета-роты. Это разведка. Это просто. Поддержка у врага летная. Это Су-25. И у них также есть подносы минометы. ЧСО никаких подкреплений нет. Сначала сыграем за ЧСО, а потом за повстанцев. Ну и начинаем за ЧСО. Куда я пошел? Далеко человек. Враги. Станция вот их не БРДМ. Вот им не БРДМ. Вот БРДМ. Два БРДМ. У них миномет тоже есть. Наш свой. У них хорошо слышится. И все хорошо. Тарталет. Так, пока что выигрываю. Помочь! Я ранен. Отделение, короче. Мы потеряли